Ну что, один из хороших работников магазина, на которого я показываю пальцем, но он в видео не хочет оказаться, дал мне снять свою винтовку. Вот у него такая вот винтовка для стрельбы в тире, немножко охоты. 5.56 с очень интересным дульным тормозом. Называется дульный тормоз толстого человека. Fat Man Break. И очень хорошо управляет отдачей при стрельбе. Он сказал, что на расстоянии 100 метров вообще практически в одну точку стрелял, прямо на сошках. Вот такая вот винтовка, 20-дюймовый ствол, 5.56. Хороший ствол от фирмы Wilson Combat. А так, в принципе, стандартная вещь, хорошего SM. Здесь прицел 3x12, 3x12 от фирмы US Optics, а там стоит коллиматор от фирмы Holosun. Очень, кстати, хорошая оптика на сравнительно простенькой винтовке. Ну и покрашена вручную. Ну вот так вот люди изгаляются над своим оружием в данной стране. Это личная винтовка человека, он ее продает, наверное, переходит на что-то новое. Очень простенькая вещь. Вот здесь вы сам можно посмотреть. Вот так вот это выглядит. В принципе, вот такая вот вещь. Очень приятная для стрельбы. Все.